Зима не желает уступать место календарной весне. Теплыми в ближайшие 7 дней будут только эти выходные. Синоптики обещают днем температуру близкую к нулю, ночью до минус 9. А вот начало новой недели отметится снежными осадками и небольшим похолоданием. В светлое время суток минус 4, минус 9, в темное максимум до минус 16. В среду небо станет ясным, подморозит. Да так, что столбики термометров опять перешагнут отметку в 20 градусов. Это ночью. Днем все еще минус 4, минус 9. В четверг и пятницу без осадков, но по-прежнему морозно.